Итак, ребят, сегодня я попытаюсь победить среди ученого. Это будет, конечно, очень сложно, потому что, как сказал гиперплоты, может быть 5 единиц. Но я вижу только 4 единиц. Давайте не будем пока рисковать. Ага, лошара. Он писал лагера, ребят, тоже что-то вдыхает. Это шанс его ударить. И когда он еще талант у меня какой-то раз историю. Я таким темпом уже легко убью. Все размывается, пускай ты меня орёт. Я почти ни одного здоровья не потратил, ребят. Я еще жив. А потому что у меня еще и дофаку прокачили. У него осталось 2000. Нет, 2000. Это... лошара. Вам может этот лазер красный не попасть. А то это будет вообще не круто. Ну, совершающий удар. Как видите, ребята, я победил. Я хочу видеть вас, только у меня уже чисто. Я подкопил за время и прокачал мне трошки до фока. Будущие новые, ребята. Ну, все так и щит, ребята. Звуки сквиста убравшего вам не мешало. Блин, и вот это убить очень тяжело. Так, давай. Еее. Садафак побежал. Все, я их истребил на тот свет. Кто не понял, ребята, этот видос был про то, как Дафак справляется с Жеменом. О, собака ночь побежал. Странно, что они не скидывались, чтобы что так работает. Ого. О, сейчас этого тоже истреблю. Так, у него есть 4 способности, ребят, вернее 5. Одна из способностей его, это глаз. Когда вы на него нажимаете, я сейчас вам покажу, и просто мало берет, потому что сейчас, например, на бомбу помни. Вот, там, где нажимаете на глаз, там где-то 3 способности. Зеленый огонь, красный огонь и фиолетовое истребление. Кулак, защита, вот она так это работает. Его огромная рука, выходит 6. Скипиди катана? Что же вы там забыли в мире?
Она ж в открытом была. На него я не буду свои силы тратить, они очень сильные. И как и обещали, гидра новый. Скрипит зуб, делай, что у меня есть. Еще ж взрыв. Он так вот подстрывает, и есть взрыв, выходит 7 сил. Должен было быть 8, но не убрали, что он мог телепортироваться, как в сериале хотели. Не убрали, потому что она оказалась очень сложно. Давайте мы его истребим. Вау, какой ты крепкий. Ну, значит, раздавим. Ну, и на этом, ребят, все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем пока.